Всем привет, с вами снова Рак не пушка, и я продолжаю проходить игру, а скорее всего, сегодня я и закончу ее. Принц Персии, Пески времени. Вот, ну, пожелаем мне удачи. Не хотелось бы страдать от этой игры. Так, загружаем. Осталось 29%. Мы в прошлый раз решили пачку заданий, достали новый клинок. Принц, чтоб тебе, да не надо мне сюда. Не-не-не. Забудь. Ты еще не на платформе? Не сейчас. Подожди, пока я не буду на платформе. Ты еще на платформе? Подожди, пока я не буду на платформе. Что-то вы знаете, я, наверное, не одна не играл. Такое ощущение, что больше времени прошло. О-о-о. Откуда туман в центре замка? Скажите мне. Зачем он тут? А еще мне где-нибудь фонтанчик надо найти. Так, мы не отсюда ли случайно пришли? Блин, я вообще не помню. Чего, как, откуда? Такое ощущение, что... Кто это? Ага, мы отсюда пришли. Окей, я более или менее понял, где мы. Так, убери оружие, ты меня пугаешь. Давайте пока что посмотрим. Что да как. Что да как. Так, надо кое-что глянуть. Возможно, перерыв был на видео. Перерыв. Давай! Ау. Блин, какое управление? Сука, два дня не играл. Чего я ничего не помню? Это песок. Так, секунду. Все-таки действительно придется отвлечься. Это, конечно, я вовремя все делаю. Но. Так. Почти закончил. Вроде. Да, все, отлично. Продолжаем. Извиняюсь за это. Типа перерыв. Надо было кое-что решить. Так, ладно. Песок тут везде. Это важно. О! Вы посмотрите. Созвездие. Типа планеты. Что это было? Так, но я уже вижу то, что нужно прыгать тут. Я сказал прыгать. Принц, прыгать. Да, правильно. Ха. Так, а чего мы добиться-то пытаемся? И вправду. Чего? А мне точно сюда. Так.
Ну что, глянем. Ага. Так, я тут запрыгивал, так? Эх, понаставят свои штанги, а. Вообще интересно, это реально вот так вот прыгать? Хотя, наверное, реально. Тут я помню. По акробатике Олимпиады видел. С виду кажется, что тяжело, если честно. А так? Не знаю. Так, что это дало? Это дало... Это единственное, что я могу сделать? Окей. Так, одна тут штанга, там штанга, вроде бы колонна. Как минимум необычно. Я надеюсь, что я правильно иду. Эй, мы добрались до другой половины. Асти. Но мне нужно добраться либо до того рычага. Либо до того рычага. Два рычага по обе стороны. Что тут еще есть? Штанга наверх. Шест. Для стриптиза. Так, а это что двигает? Ага. Блин, как все сложно. Я ничего понять не могу. Так, смотрите. Отсюда ничего не видно. Но. Вроде как. Сейчас я могу вернуться назад. И получше все увидеть. Вот. Мы теперь можем туда прыгнуть. Что нам это дает, непонятно. Окей. Они все передвинулись. И... Оу. Принц, какого хрена? И что теперь делать? Ну, я протупил, да? Так он не добирается. Интересно, смогу я вернуться до того, чтобы вот эта вот типа, платформа отодвинулась? Не, не смогу. А в смысле, а куда теперь? Окей, можно вот так вот поступить. На мой взгляд, это немного странновато. Вот, так мы можем вернуться. Да, мы вернулись. Что теперь изменилось? Вы знаете, я просто что-то рандомно делаю. И странно, что это работает. То есть это даже загадкой сложно назвать. Тыкай, пока не получится. Знаете, как дети вставляют такие формочки в подходящие гнезда? Вот аналогичная ситуация. Это что дает? Ворота открыты. Я что-то нажал.
Да, хорошо. Что за канаты? Я иду! Принц, я тебя ненавижу. Почему нормально прыгнуть нельзя? Блин, это управление, это просто... Знаете, я вот так сейчас гляну, я не могу понять, почему он не допрыгивает. Давайте... Слышь ты, детина королевского рода. А ну хорош. Вот так проще будет. Понарожают тут, блин. Недоросли. Чё ты орёшь? Это чё такое? Она ничего не дает? А, это фара сюда попала, да? И через вот эту вот трещину. Пошли! Да иду я, иду. Смотри, разлом. Подожди, посмотрим, куда ведет этот коридор. Смотри, разлом. Веселое место он ведет. Хорошо, ты можешь воспользоваться разломом. О! Скоро увидимся. А таких сабелек я еще не видел. Я здесь, вверху. Попробуй потянуть за этот рычаг. Дайте мне подхиляться. Сейчас, все нормально будет. Мне только хп нужен. Так, окей. И что это дает? По стене надо пробежать. Ха. Бля, это не так уж и просто. Ты делаешь? Ахаха. Блин, принц, я, конечно, все понимаю, но я что-то вообще затупил, что делать. Давайте по максимуму назад отмотаем. Блин, а что они делают? То есть он же не перепрыгнет назад? Нет. Так, принц, чтоб тебе... Ой, это гребаное управление, это просто капец. О, повезло. Это было близко. Ты думаешь, я смогу перепрыгнуть здесь? Давай, попробуй, что будет, то будет. Что? Вот ты где. Что будет, то будет. Это малость. Да что? О, это управление. Блин, я сдохну. Блин, я не знаю, тебя из топора управление делали, что ли? Чё так сложно? Встретимся по другую сторону этих ворот. Осторожно. Ты тоже будь осторожна. Ух. Ой, блин, а у меня хп нет. А тут еще какой-то новый... И не один противник. Хиляемся! Хиляйся! Хиляйся по-другому никак!
Достань оружие! Принц! Ага. А их еще перепрыгивать нельзя. Блин, автонаводки нет, фигово. Что с вами делать? А вас вообще убить-то можно? Ну ладно. Да что? Так, более или менее, более или менее. Блин. Не видно, что происходит, если честно, временами. То есть не получается отступать и бить. Отступаем, отступаем. Теляемся. Пульс система позволяет. Супер. Спокойно, спокойно, спокойно. Попался. Да, через блок работает. Отлично. Так, с грехом пополам получилось. Супер. Супер. А, это сейв. Я что-то думал, просто песок собрать надо будет. Ой, блин. Я-то думал, что с этими воронами? Они мне мешать будут. Или я их все-таки убить могу? Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Все. Три четверти игры пройдено? И. Ну я думаю, на финальном боссе я надолго засяду. Есть у меня такое подозрение. Слушай, Фара, ну... Вот... Ты посмотри размер этой решетки. Даже принц там пролезет. Принц, дебил. Посмотри на размер этой решетки. Даже три фары там пролезет. Капец. Эта игра. Так, там есть лестница. Здесь есть какой-то проход. Но через проход мне не получится пройти, да? Ах. Ух уж эти игры. А блокировать нельзя, да? Ау, кыш! Блин, нифига не видно. Хе-хе-хе. Палась. Что ты делаешь? Ой, детина-то, а. Ну ладно, хорошо, что их убивать можно. Достань. Это обманка была? Хи-хи-хи. Обманка сработала. Спокойно, спокойно. Чё ты на месте-то прыгаешь? Так, здесь больше ничего нету, да? То есть на канат?
Ага, ты так не заберешься. Я не знаю, я придумаю по пути. Что ты придумаешь по пути? А там на другой стороне каната нет, да? Чё так в этой игре все странно? Чё, а куда мне? Мне как-то наверх надо залезть. Ну как? Ну, понадеемся, что он запрыгнет. Ладно. Я этого не знал. Ха. Да что ты делаешь? Эй! Супер! Кстати, по-моему, я впервые вижу зеленый флаг. Именно зеленый. Могу ошибаться. Могу очень сильно ошибаться. Так, что тут от меня требуется? Здесь опять... закрыто. А там что? Ну я же не допрыгну, да? Давайте попробуем пробежаться. Я более или менее уже понимаю логику этой игры. Куда балкил, что ли? Мощь. За что эта игра со мной это делает? Сколько можно-то? Ну, я просто очень сильно эти веревки не люблю, потому что, ну, что-то как-то временами не долетаешь. Так, теперь куда? А, да вообще... Вообще непонятно. Может туда? Да, меня здесь еще не было. Окей. Все, круг. Мы, кстати, крутим по часовой стрелке. Я думаю, это даже что-то оно значит. И побежал. И... Вы гляньте, что тут? Я мог бы жениться на ней. Она ведь все же дочь Магараджи. Я завоевал ее, но все же в ее жилах течет королевская кровь. Кроме того, разве есть лучший способ обуздать ее в высокомерии? Не так уж плохо, когда в женщине есть сила духа. Это вызов. Ты что-то принц какой-то странный. Так, здесь проход. Чё ты делаешь? Ёперный театр. Это просто капец. Я хотел, чтобы он поднялся, он взял сиганул. Ну капец. Это управление. О, жучки наяривают. Да что? Стоп! Это управление. Я в чем там? В колонии застрял, что ли? Ну ладно, хоть врагов немного. В коем-то веке 1000 врагов не надо убить. Игра, что с тобой? Привет. Вот ты где. Пошли, это не может быть очень далеко.
А, ну да, мы практически на месте, я так понимаю. Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Молодец, молодец. Давай, порвемся. Вперед. Что? Да что? Да, я согласен, только не опять. Они из воздуха опять берутся. Их не всегда видно. И бьют они больно. А ты, фара, почему не помогала? А? Ну, нифига себе. Вы видели, что он сделал? Так, их можно как-то... Окаменить. Превратить в камень, наверное, так более правильно. Подвергнуть окаменению. Вот, когда бежишь по стенке, это интересно. Смотри, это мост к башне рассвета. А мы не удаляемся? Ладно. Подожди меня. Откуда они там приходят? Толпень врагов. Помоги мне. А мне кто поможет? Фара, дорогая. Да, блин, это капец сколько их. Что происходит? Так, с этими парнями так проще справиться. Вау. Давайте без этого. Давайте я даже отмотаю. Типа мне эти хп еще могут пригодиться. Да что? Да ёп. Мне эти хп не пригодились. Ну, тама. Лови. Ты никто, и звать тебя никак. Хе-хе-хе. Ну, это было что-то жестковато. Там, кстати, внизу что-то есть. По типу песочка. Не стоит игнорировать такие места. Оу. Черная шкала. Супер. Это вода? То есть тут несколько проходов даже. А я что-то думаю, это все типа последняя шкала. Видимо, нет. Будет еще одна. Хм.
Вы знаете что? Вот что-то мне вот эти вот штуки напоминают вот эту вот эльфийскую штуку. Случайно нигде нельзя к ним попасть. Типа это не подсказка, нет? Не, видимо, просто типа какие-то султанские бани. Сюда приходил и голышом мылся. Запрыгни ты уже. У тебя пусто было. Я не знаю. Он какой-то суицидник, ебо. Странно. Мне кажется, я уже переживала этот момент. Ты не представляешь, как часто я его переживал, пара. Принц голым станет? Сосочек. Готово. Я начну свою историю отсюда в следующий раз. Бля, что там за при... Вот я до сих пор помню, как показали видео, ну, типа... Будущее с Фарой. И она там, типа... За клинок держалась наш. А мы типа такие за лезвие взялись. Ну, принц. Непонятно. А, типа, мне другим путем идти? Я не могу открыть эти ворота. Но есть еще один, на другой стороне. Оставайся там, я скоро буду. Тун-тун-тун. Ты скоро будешь. Ты в этом так уверен? Да что тебе? Прыгай! О! Видео! Нет. Время отмотает! Вау! Мать-ба. И саунд такой заборный. Я время отмотал. Тюрьма. В дворце моего отца была подобная тюрьма. Я никогда не входил в нее. Но теперь я стоял здесь в роли заключенного, ищущего выход. Вау. Ну ты суров. Голый принц. А, ну не голый, с оголенным торсом. Штаны-то снимать не будешь? Или будешь? Так, что-то непонятно. Вот тут по стене бежать. Так, это я видел, это на время, да? Да что ты делаешь? Или успел? Все, просто вниз едем. Видать. Тут снова по стене. Блин, кто это придумал? Система Ниппель, блин. Но прикольно. Ладно, признаюсь. Что-то в этом есть. Малость. Реально малость. Ох, я дверь в стене. Бля, вот тут надо было прыгать. Знать бы еще заранее об этом. Блин. Роск. Че ты делаешь? Залетаем? Фух. Это было жестко. Так, тут что, опять прыгать? И... Хм.
Странно, что у меня это получается. Особенно учитывая мои отношения с принцем. Наши интимные отношения. Я на него ору. А он мне назло что-то делает. Так, ладно. Более или менее. Хотя тут такое чувство, что я застряну где-нибудь. Вау, вы это видели? Это было опасно. Ловили. Где-то еще есть. Да, есть? Ага. И мюзик заборный. Все нормально. И враги не бесячие. Хотя их 1000 тут поди будет, как обычно. Блядь. Еще? Еще. Да, блин, прыгай ты! Эх, ох уж этот принц-то, а. Ну что он делает? Ты его просто, чтобы он перепрыгнул и проатаковал, он... Вот. Что было? Да что? Не то! Принц! Пол игры это борьба с управлением. Да, из 1000 врагов. Потом игру сложно слэшером назвать. То есть боевка здесь так себе. То есть было прикольнее, если бы по несколько врагов было бы, ну, скажем так, более интересно. Мне кажется, это лучше бы зашло. Ну чё, все? Мощь. Ту-ду-ту-дум. Это мышки были? Ой, ну вы гляньте, что нас там ждет. Вы это видели? Готово. И я начну свою историю отсюда в следующий раз. Принца поцелуй ждет. Хорошо, решено. Я женюсь на ней. Скажу об этом при первой же возможности. Пришло время положить этому конец. Хватит играть в прятки. Ой, все зашло так далеко. Глупо отрицать то, что мы оба чувствуем. Вот реально, ты вот сейчас об этом думаешь, да? Вот, типа, у тебя ползамка превратилась в песок. О, кто-то отмечал это. Количество дней проведенных. Вот, ползамка обратилась в песок, и да, ты сейчас об этом думаешь, да? Пец. Типа, как жениться на той бабе? Ну, на женщине. Типа, она даже культурная как-то. И понял. Закрывается моментально, что-то пододвинуть надо. Вот клетка есть.
Эй-эй-эй. А там что, такой стим внутрь? Блин, а реально в такую... А, хотя... Я что-то почему-то подумал, что клетка маленькая. Да и не сказал бы, если сидя-то нормально в ней. Ну, то я уж думал, клетка для карликов. Оу. Оу, май. Так. Опа. Ха. Принц, чтоб тебя. Что делает? Камера пыток. Я первый раз видел подобное устройство так близко. Так близко, что мог потрогать. Так близко, что мог. Те люди, чьей работой было задавать вопросы, добывать ответы, которые были нужны его королю. Где они теперь? В конце концов, они встретили ту же судьбу, что и их жертвы. Все равны перед песком времени. Да? Ну, типа этот... Растягивали людей... Блин, не знаю. Это, наверное, капец как больно. Железные девы. А чё-то шипов не видно. А, вот они. На дверце. Тоже сурово. Так, чё от меня хотят? Вижу переключатель, вижу кнопку. Чё кнопка делает? Кнопка меня назад возвращает. Зачем, непонятно. Так, первый. Второй. И успел. А что дальше? Ну ладно, хотя бы они меня назад не скинули. Я бы ругался. Кого тут не хватало? Ну пошли прочь. Самые беспонтовые враги. Что, все? Улетели? А я что-то слышу. Где-то сверху песок. Видимо, надо мной. Так. Смотрите, там выключатель есть. И там выключатель есть. Как до них добраться? Расстояние в этой игре вымерять, это просто капец какой-то. Летел, прикиньте. Типа надо... Блин, ну это сейчас надолго. Окей, 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 ушки. Давай, 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 давай. Молодец. Бля, я даже более или менее научился все это делать. Пец. Да сколько ж можно? И подожди, мы уже в той башне, которую типа надо? На, вон песок. Yeah. Супер. Так, если я правильно помню по этим флешбекам или как они там из Вьетнама, надо будет сразу же прыгать от кнопки. Да, вот только сейчас с управлением бы сладить. И было бы неплохо. АП.
Да что? Принц, я тебя ненавижу. Это капец какой-то. Просто. Ну, наконец. Так, тут что? Все, достали, да? Вот кто? Кто и зачем все это делал? Как это? What? А типа какого хрена он не долетел? А теперь долетел. Выше я не поднялся. Блин, эта игра иногда просто какой-то звездец. Типа, как? Холмс. Тут я смотрю, у тебя весело. А чё до моего прихода с ними не разобралась, а? Женщина? Я была тебе хорошего мнения. Да, еп. Я мой оголенный торс не нравится? Да уж. Так, они сами себя убивают, это хорошо. Этого я до этого не замечал. Этого до этого. Да хорош ее избивать. Слушайте, без слов. Вообще шансов не дали. Отмотаем по максимуму. Ну что, не ожидали? Это было близко. Интересно, у нее ХП тоже больше становится? Ай, блин! Принц, чтоб тебя, а! Вперед, 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 успеваем. Вот это что было? Я не понимаю. Ты, от чего я словил удар? Блин, да сколько вас тут будет-то? Они еще новые подходят. Дай, ёп. Ты ж... Я ж в блоке был.
Эй! Мы разобрались все-таки. На тебе. Куда надо этот кинжал? Анальный пенетрейтор. Так, я отсюда выбрался, да? А мне сюда. Ну, давайте смотреть, что тут есть. Веселенькое местечко, наверное. Вот Фара даже ничего хорошего не сказала о том, что я, типа, накачанный под рубашку. Это лифт, что ли? Вау, вау. Что это было? Готово. Я начну свою историю отсюда в следующий раз. Все хорошо. Это я. Это я. Такое ощущение, что он сам себя теряет. Наконец-то мы здесь. Это башня рассвета. Типа, каким-то образом он не всегда видит то, что его в ближайшем будущем встретит. Непонятно. Реально непонятно. Так, я где-то фонтанчик там наверху видел. Надо вообще место это изучить. Повнимательней. Может, здесь это? Эльфов найду. Так, хорошо. Там какая-то нажимная плита. Вон там еще. О, песочек. Песочек, это круто и здорово. Да, блин. Блин, что тебя так заносит? Ты ж не автомобиль. Она откуда здесь очутилась? Непонятно. Так. Нифига тут вообще это место. Туда пониже я смогу спуститься? А нажимная плита временная, да? Ага, все, я понял. Я понял. Вот, здесь мы вот эту нажимаем. Ага. А там сможем до ящика пробраться. Вперед. Джунгли зовут. Супер. Было бы стебно, если оно бы сейчас разбилось. Тут же больше ничего не было, да? Сейчас я еще раз туда, где обвал, скажу. Это я не понял. В чем соль того места? Я сейчас на кнопку нажмем. Так, блин. Не открывается этот проход. Открывается этот проход. Она что-то сказала, я не понял. Привет. Так, что джампи... А, джамп-пазлы. Все, понял. Джампинг-пазлы. Ну да. Так, ты знаешь, пазлы сами по себе-то не сложные. Проблема, типа, в управлении иногда. Реально, некоторые вещи сложно сделать. Так, видимо, закрытый проход. А ты сам принца Персии-то проходил? Эй. Так, снова песок собираем.
Весь песок в замке. И мои любимые противники. Тебе сеттинг Персии не нравится? Не знаю. А мне так прикольно с этим. Ну окей. Эй! Ты сволочь. Разобрались. Все. Идем штаны терять. Что, еще что ли? Прям расщедрилась игра под конец. Тин-тин-тин. Типа секретный проход. Я обожаю, когда ты так делаешь. Пойдем со мной, пожалуйста. Нет. Мне кажется, что ему действительно вот эти вот помещения кажутся. Просто с ним никто туда не ходит. Они еще так спрятаны всегда. Даже секретами сложно назвать. Фара, как долго меня нет? О чем ты говоришь? Ничего. А, то бишь он туда заходит, а никто не понимает, что он туда заходит. Прикольно. Будь осторожна. Чего? Ты же знаешь, не все является ловушкой. О, ковры. Помню, у моей бабушки такие же на стенах висели. Аналогичные прямо. По рисунку. Так, ну вроде как это лифт. Судя потому, что мне уже показали. Ага. Ага, точно ли. Это было просто. Слишком просто. Во, такой ковер висел. И такой вроде тоже был. Так. Блин. Так, это нехорошо. Надо отматывать время. Управление иногда подставляет. Не получилось отойти. Фара, спокойней. Я видел, у тебя автореген есть. А вот у меня такого нет. Мне приходится воду искать. Блин. Проблема. Ладно, быть постараюсь. Че, я там до сих пор сбиваю, что ли? Жестко.
Блин. Сволочи. Вот, она уже себе немного хп установила. Да вы издеваетесь. Я уйду. Капец. А ее-то мощно избивают. Скоро убьют. Да, у нее авториген есть. Ей хорошо. А вот меня мутузят. А, ее убили. Так. И что, это никак не спасти? Ну, спасибо, игра. Ненавижу эту игру. За что? Ужас. Это я вот сотню вот эту должен убить. Это было просто. Спасибо. Да. Я что-то не понял, почему я отмотать не смог время. Из-за того, что я замедление использовал? Блин, с этими просто справиться, а вот там дальше какие-то вообще жесткие идут парни. Да, наведись ты на другого. Да. Надо фару сразу же спасать. Только вот кто меня спасет? Отступаем и бьем. Отступаем и бьем. Может, она отрегениться сможет. Или нет. За что? У меня 5 хп нет. Блин. Это жопа какая-то. Верните мне мои хп. Да. Ужас. Вы там стеваетесь, что ли, про себя, а? Я не могу оттуда выйти. Не, конечно, понятно, что финал игры, но, блин, в такой игре такое делать. Мне как-то уйти из этого окружения надо, но, блин, они мне вообще никак не дают. А если попытаюсь мимо фары пробежать, ее убью. Ну вот, я же говорю.
Это что-то с чем-то. Да еб. Да дайте отсюда выйти. Пару не трогайте. А в прошлый раз, кстати, лучше шел. Че, добить его, что ли, не можешь? Косорукий ты! Да ёпты ж! И я даже не пойму, меня бьют или нет. Чтобы повернуться-то правильно. Что ты делаешь? Это было. Что-то фильм был «Грань будущего». Вот ей-богу, мне вот это напоминает. Порубей их! Там вода есть? Бред, сволочь, хлебай! Хлебай! Так, более или менее, пол хп есть. Блин, да чтоб вас. Либо еще. Да встань ты. Да, блин. Ты про воду, что имба? Ну, возможно. Блин, 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 блин. Отступаем. Отступаем. Хлебаем. Все. Я нашел способ с вами разобраться. Мы, кстати, куда-то уже приехали. Или нет? Блин. Я уже обрадовался. Блин. Да сколько можно? Дайте добить парня. Да, не надо было такого давать, и было бы норм по сложности. Да какого жопу норм по сложности? Это ж бесконечную тут почти.
Блин, да что... Вообще какие-то рандомные места бьют и попадают. Да блин, принц, чтоб тебя! Уйди оттуда! Да мне бы кто помог! Вы что, последние что ли? Да не может быть. Что, игра, с тобой случилось? Жесть. Не, ну я, в принципе, был бы согласен, если бы их было бы там 10. Тогда да, типа, вот эти фонтанчики не нужны. Но я не знаю, их там штук 50, наверное, было. Ну, может, преувеличиваю, конечно, но точно больше 10. Капец. Че, долго еще ехать? Там потолок видно? О, видно. Интересно, если заранее посмотреть, его видно? Или бесконечно лифт поднимается? Давай, поторопись. Не торопи меня. Да, я не представляю, там эльфовая башня отдыхает. Где-то неподалеку. Я чувствую это. Чувствует как? Я не могу объяснить это. Вау. Слушай, а ну его с этим песком. Давай все золото забираем и уезжаем. Нормально соживем. Домик построим возле моря. О. Прикиньте, даже звуки монет есть, что я по ним хожу. Прикольно. Точнее, были. Почему-то изменились. Ну ладно. Ему каждый раз приходит одно и то же видение, что она забирает кинжал. Странно. Мне кажется, кто-то ему дает это видение. Раньше такого не было. Никогда ничего не повторялось. Здесь никого нет? Да ну. Да. Теперь взберись наверх песочных часов. А почему я? Это странно, типа стену проломили, непонятно откуда свет идет. Или это сверх-сверху как-то идет. Ха. Ну окей. Поторопись. Успокойся. Осторожно. Нас ждет засада. Я это чувствую. Так, а дальше куда? А я долечу? Да, долечу. У тебя получилось. Возьми кинжал и ударим в центр купола. Ударил. Армия моего отца разграбила твой дворец, сделала тебя рабыней. Что? У тебя есть все причины ненавидеть меня.
О чем ты говоришь? А теперь ты хочешь, чтобы я поверил тебе? Не останавливайся, у нас нет времени. Дай мне этот кинжал. Джафар, нет! Кинжал! Он не должен взять кинжал! Я стоял лицом к лицу с моим врагом. Я смотрел в его глаза. И я потерял... все. И пил! Рок. Как ты мог? Кинжал был в твоих руках. Почему ты колебался? Ты считаешь себя умнее всех, но ты ничуть не лучше других. Эти солдаты. Все, что они могут, это сражаться, уничтожать. Прямо у него голос какой-то резкий больно. Ой, переводчик. Почему ты не поверил мне? Извини. А чем вы таким там занимаетесь? Я здесь. Возьми мою руку. Не уходи. Типа, а можно было уже игру закончить? Я не хотела говорить этого. Нет. Ты права. Все это произошло по моей вине. Я жаждал чести и славы. Это я навлек эту беду на нас. Ты мужественный и добрый. Если уж такова наша судьба, по крайней мере, кинжал будет похоронен вместе с нами. И мы навеки будем вместе. Что это? Ничего. Ты дрожишь? Я просто не люблю замкнутые пространства. Должен же быть какой-нибудь выход отсюда. Я вообще где? Когда я была маленькой, моя мама сказала мне секретное слово. Она сказала, что когда мне будет страшно, мне нужно просто произнести это слово, и откроется волшебная дверь. Я никому не говорила об этом. Я понимаю, почему. Это самая несерьезная вещь, что я слышал. Что это было за слово? Какалукия. Какалукия? Это ты сделала это? Нет? Фара? Типа слово слабо. Сработало! О! А где Фара? А ты как спустился? Там что-то высоковато как-то. Фара? О, знакомое местечко. Можете сейчас логику этих странных комнат поймем, в которых максимум наших ХП повышается. А, но тут не бесконечное, случайно? Повернуть назад не надо? Ладно. Типа еще побегаем. Слава богу. Где ты? Ох, разве это не прекрасно? Что прекрасно? Где ты? Тихо, управление. Если бы мы только могли остаться здесь. Что ты делаешь? Я ищу тебя. Танцовщица?
Так, а откуда я вышел? Так, я знаю, как определить, откуда я вышел. Туда смотрело лицо. То есть я отсюда вышел. Фара, где ты? Давайте налево пойдем. Что за? Вау. Так. Где ты? Я здесь. Может, это как-то связано с картинами в самом начале игры? Так, ну я в эту заходил, давайте теперь в эту зайдем. Какого? Какого? Так. Третье. Где ты? Я здесь. Я слышу воду. О. Фара! Что-то изменилось. Если бы мы только могли здесь. Хорошо. Вот смотрите, когда я захожу снова в эту же дверь, я просто выхожу. Так, четвертая. Сейчас пятая должна быть. Где ты? Должно быть, это не просто так. Наверное. 4, 5, 6. Где ты? Хорошо. Мне кажется, я что-то не то делаю. Где ты? Хорошо. Что хорошего-то? Типа, вот так если пойдем. Фара? Не, ну это назад. Головоломка последовательность? Где какая ты? Последовательность? Разве это не прекрасно? На полу? Что прекрасно? Где ты? Может, на них что-то нарисовано? Ну вот на вот этой какая-то буддийское лицо. Хотел сказать рожа, но... Что ты делаешь? Я ищу тебя! Типа начало в четвертой двери? Раз, два, три, четыре. То есть хочешь сказать, я тебе вот так Фара? Вот. Если бы мы только могли остаться. Так я даже не поднялся, типа. А, окей, я с тобой согласен. Теперь да, логично стало. А чем четвертая дверь отличается от остальных? 4. Я пытаюсь найти тебя! Чем ты отличаешься? И вообще непонятно. Фара, где ты? Где ты? А я снова в эту заходил, да? Может, снова четвертую получается? Раз, два, три, четыре. Смотрите, теперь она постоянно типа колышется. Нет. Где раз, ты? Два, три, четыре. Фара, где ты? Я здесь. Четвертая меня не в начало возвращала, она меня выводит из второй где двери. Ты? Я здесь.
Раз, два, три, четыре. То есть их тут 7, да? Я правильно понимаю? Не считая основной. Где ты? Я здесь. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь. Есть какие-то... Дует ветер. Фара, где ты? Они что, прикалываются, что ли, что после четвертой какая мне не вернет начало? Куда ты меня вернешь? Начало. Так... Где ты? Не, ну по сути должна быть какая-то логика. Фара, вопрос, где какая? Ты? Может, статуя как-то меняется? Где ты? Здесь. Ладно, замедление вроде мне ничего не дает. Только тратит ресурсы. Ну ладно, я заходил типа в первую, в эту заходил, ну, третья. Нет. Фара, а я снова в четвертую ты? Заходил? Где ты? Где ты? Я здесь. Вот наверняка что-то видимое. Где ты? Блин. Я здесь. Звук ручья. У четвертой двери есть звук ручья. Где ты? Я здесь. Теперь вот в эту. Капец. Пара? Было жестко. Может, нам искупаться? О чем ты говоришь? Где ты? Обними меня. Я не вижу тебя. В смысле, кого-то, кому-то из них плохо, я уверен в этом. Что за... Хорошо, это уже становится смешным. Ну да, согласен. Фара? Просто обними меня. С кем ты говоришь? Вода, да? Я ждала так долго. Невероятно. Почему ты ведешь себя так отчужденно? Потому что мне приходится слушать воду. Фара. А я еще в каком-то странном месте. Фара. Жестко. О. Ролик. Как прекрасно. То есть, пока я там страдал, она голышом тут плавала, ну? А, кинжал сопрет. Коварная женщина. Как Луки.
Это было реальностью? Или сном? Если это был сон, то этот сон снился нам обоим. Я знаю, что это было так. Почку не забудь проверить. Фара. О, нет. Жестко. То есть у меня нет оружия, да? Это забавно. Бежим. Не знаю, зачем тут солнечные часы какие-то. О, нет. Так, что делать? А, все, они этот. Того самого. Отвязались. Так, хорошо, что у нас есть? У нас есть луч, который направляется сюда. Мы его можем поймать. И перенаправить. Допустим, мы вот так вот сделаем. Угу. Не уверен, что я все правильно делаю. Блин. Я просто встал, чтобы смотреть. Ха. А нам нужно, чтобы все загорелись, да? Или стоп, или мне нужно, чтобы загорелось вот это вот. Второе? Ну да, видимо, второе. Так что-то сегодня у меня мозг не в ту сторону работает, кажется. Хотя... Как бы тебя так поставить, чтобы луч поймать? Может, не на тот кристалл я его направляю? Давайте попробуем на другой направить. Да, вот они вот в обратную сторону направляют. И что это дает? Повернись, повернись, говорю тебе. Мешается или что? Ага, все, я понял. Если тебя на другую направить кристалл, измени что-нибудь. А, тебя нельзя направить на другой кристалл. С другой стороны, тебя можно направить на вот это вот зеркало.
Я просто не очень понимаю, как с какой стороны. Поймать так луч, чтобы он оказался вот тут. Какой? Как-то так, что ли? Сейчас пододвинем. Все? То есть это было проще, чем я думал? Ну ладно. Ой. А зачем тебе такой крюк на мече? Сурово. Так, парней этих не могу убивать. У меня нету кинжала. Это важно. Так что зачем я побежал к ним, я не понимаю. Потому что надо вопрос пробить дверь. Ой. Пара. Трагедия. Что сказать? Нет, нет, нет. Этот... В смысле, меня снова отсюда надо начинать? С этим управлением? Капец. Ну же, камон, давайте сюда. Да. Если честно, меня эта игра расстраивает. Да. Ну, типа к тому, что нужно будет от стен прыгать, а он от стен прыгает, это не всегда точно. Так, что я тогда сделал? Ладно, в этот раз это быстрее будет, но, блин. Это будет интересно. От слова нет. Не могу понять. В этот раз-то что не получается? Куда я там попадаю? А, во. Хи-хи. Спокойно. Фара! И блин, у него реально же проблемы с прыжками от стен. То есть реагирует не всегда. Ладно, в этот раз повезло. Так, хорошо, я там... Что, уже ночь наступает, что ли? Это буря. Так, хорошо, я появлюсь там. Что надо будет сделать? Так, управление. Давай не шути со мной. Или таймера, что там было? Что ты делаешь? Без слов, без слов. Я, по-моему, кнопку перепутал.
где? Что это такое? Вон какая-то. Так, секунду, кое-что гляну. Угу. Так, продолжаем. Здесь есть какая-то колонна. Ага, опять прыгать. А теперь куда? Не вообще куда? Там мыши летают. А. Не, ну вы знаете, не было бы это опасно, я бы, может быть, даже попытался куда-нибудь прыгнуть. Ну, по ближайшей логике, надо вон туда попасть. Это самый забавный, потому что это не видно. Теперь куда? А, штангу. Штангу вижу. Так должен долететь. Ау, кыш! Пошли отсюда! Еще одну убить надо. Странно, убил вроде двоих, улетели три. Хм. Принц, спокойней. Я что-то беспокоюсь по поводу тебя. Ты типа у нас суицидальный парень. О. Слез. Я же говорю, суицидальный. Наверх? Вроде наверх. Я не понимаю. Куда дальше-то? И чё камера так с ума сходит? Мне вниз. Наверное, нет. Бля, я реально не понимаю. Туда вообще идем, не туда. Я не отходил сделать. Вот тоже. Слава богу, хоть отсюда начинаю. Ну, а чё этого не было? Чё делать-то надо? Ты подскажи. Уж я ни хрена понять не могу. Есть какой-нибудь путеводитель? Или еще что-нибудь? Кто вообще замок тут построил? Зачем? А он там фару докричаться пытался, она где проходила тут? Да, она, по-моему, тут проходила. Куда дальше? Ну, блин, реально, самое логичное, это, типа, отпрыгивать. Но по сторонам же он не умеет прыгать. Стоп, я... Есть идея. Подожди. Довольно-таки интересная. Не то. Ой, когда надо, он этого не делает.
Во! Блин. Капец. Это еще додуматься надо было. Пора. О, у нее клинок. А, мой клинок. А я тут был уже, да? Что это было? Принц, я тебя ненавижу. Ты в чем застрял там, а? Ну все, его сейчас отфигачат. Это капец. Давайте похлебаем, что ли, пока не подходят. Так, принц. Принц мудила. Принц трижды мудила. Пускай вздыхает. Капец. Щебесло. Нет, нет, нет. Это ж надо было, я опять отсюда начинать. Игра для извращенцев, блин. Ему нужно было пробежать и запрыгнуть. Нет, блин, застрял в чем-то, потом не туда побежал. Ну, супер. Ну, наконец. Главное, не упади сейчас. А? Ладно, думал, не долетит. Так, а мне куда? На колонну? Да не то. О, тихо, развернись, поднимайся. Отскакивает, наверное. Вали. Чуть сердце в пятки не ушло. Мне просто на него надоело ругаться. А он так хренью и страдает. Кыш. Ну кыш. Ливон. Да, вот и улетайте так. Так, мы там ничего не оставили. Стойте. Не падать. Не падать. Эта штука-то забраться нельзя? По-моему, я уже на нее забирался. Давно. Сейчас. Я бы сейчас плакал, если бы он упал. Он типа такой, что любит. Падать. Тут всегда наклонность. Однако. Вот, и сейвы не дает. Вот это тоже печалит. Все было не так. И ты отсюда начинаешь! Мутила! Блин, я думал, там стоять можно. Если честно, это было непонятно. Но игра, спасибо, да? Жесть. Жесть. Это игра. Вот там ты не мог так зацепиться, а? Я реально думал, что там пройти можно. Шли вон. Блин, до этих флагов не видно. Все, полетели отсюда. Кыш-кыш-кыш. Кыш! Топ вас. Ну да, здесь забираться надо.
Блин, реально так подходишь, такое ощущение, что можно пройти. Ой. Ишь. Пошли вон. Вон, говорю, пошли. Все, улетели. Отлично. Еп. Принц. Спокойствие, только спокойствие. Не напрягаемся. Проходим. Не волнуемся. Вам опасно волноваться. Особенно это опасно для моих нервных клеток, которые вы нещадно уничтожаете. Слава богу, угадал, что делать надо. Конечно, к этому привыкаешь со временем, но... Кыш, кыш. Хе-хе-хе. Большую. Вашу кучку я перерезал. Хе-хе-хе. Там вообще как тучи сгущаются. А он ненормально строит замок в таком месте. Там по давлению-то нормально? Яйца нормально варить? О-о-о. А теперь куда? Наверх? Ну вот опять же. Либо вверх, либо вниз. Я почему думаю, что наверх. Ага. Ладно. Мастер паркура, блин. Осторожней. Оба-на. И чё здесь? А, ну ладно. Сойдет. Но я думаю, он разобьется, если спрыгну с этой высоты. Так что будем наяривать. Принц, спокойней. Спокойней. Не напрягаемся. Вашему сердцу это вредно. Так, и теперь куда? Я, конечно, все понимаю, но ладно, заберись. Да, вот. Вот сюда запрыгиваем и... О! И... Вот так жестко. О, мыши летают. А те, кто разбежали, что ли? Чё? И чё вы хотите сказать? Я по стене не смогу пробежаться, что ли? Хрен вам! Хе-хе-хе. Кыш. Пошли отсюда.
Я не стану Бэтменом. Хе-хе-хе. Так. Куда? Куда бежим? Куда надо? Точно не сюда. Я здесь был, нет? Это интересно. Да что? Вот это было не очень. Эх. Фара, фара, фара. Он ведь на те жениться хотел. Не, вообще наверх, вниз. Давайте внизу посмотрим, что. Эх, такое строение. Первый вопрос, кто его создал? Который я постоянно задаю. Второе, блин, жалко, конечно. Сколько сил-то было потрачено? Сил, наверное, много. Ау. Че? Ауч. Че, и куда? А, ну там что-то обвалилось. Ты перебраться сможешь? А, сможет. Тогда есть шанс. Надеюсь, долетим. Доранимо! Капец. Здравом и вея. Никто бы так не прыгал. Так. Назад, да? Ага. Прямо назад. Прямо. Ну вот опять же не видно, куда балансировать. Позади ничего, да? Жесть. И он все это сделал без капли рома. Я допрыгну, нет? Еще как-то странно так ухватился. Однако. Прыгать? Опять прыгать. Так, туда можно перебраться. Давайте глянем, что тут. Фонтанчик. Эй! А тут что? Тут у нас мыши. Вот, блин! Когда я на перекладе с ним сражаюсь, проще. Типа, не застревает оружие. Там перебежать нельзя? А. Вау, 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 принц. Типа, давай так не шути. Не надо. Мы все здоровые люди, мы все хотим жить. Блин, кусить все равно смогли. Сволочь. А вообще какие-то бешеные стали. Ну, кыш. Все, улетели? Бешеные мыши. Ну, их хотя бы убить можно. То есть их и птиц. Так. Бежать, прыгать, что ли? А ты справишься?
Ладно, справился. Так, заберись. Вот, я тебя ненавижу, заберись. Что ж ты такой суицидальный-то, а? Так, а теперь что? Ты не достанет, ты что? Или достанет. Ладно, достал. Непонятно. Ёптыш. Я все это придумывал. Покажите мне его. Пара, у меня есть новый меч, сопри его тоже. А, вот он момент. Да-да-да, за лезвие взялся. Какалукия. Пара, нет! Не сработало, да? А, разбилось. Блин. Вы его разозлили. А, она весь песок потратил. А, понятно, про что он говорил, про весь песок. Типа, она не смогла во времени вернуться. Ясно. Бля, фигов. Бля, а что с ними делать? Капец. Что-то жестковато. Давайте подхилимся. Стоп, этот клинок их убивает, что ли? С одного попадания? Да? То есть их добивать не надо? А как тебе песок накапливать? Конечно, песочек можно ходить. Видимо, это какой-то гиперулучшенный клинок. Не, ну, как бы круто. Видишь, что захотел? А, то есть сейваться я могу только при помощи песков времени. Здесь, видимо, какая-то особая кучка. Я не понял, что по тому не попадает. Окружили, сволочи? Перед атакой их, в принципе, легко поймать. Так, осторожней. Оу. Я не это хотел сделать. Опять автодоводка немного подставляет тебя.
Так, действуем. Блин. Блин. Эй, это подстава. Да он мне встать не дает. Да капец. Ну, блин, спасибо, Ир. Вот что это было? Даже если блокируешь, они тебе все равно встать не дают. Спасибо, да. Капец. И опять эту тычу убивать. Гребаная игра. Не, игра на самом деле прикольная, но вот эти вот моменты, они настолько геймплей убивают. Потому что слов нету. Еще эта фара потратила весь песок. Сама бы, может, выжила. А, подходите по очереди. Блин. Что ты делаешь? Зачем ты оружие убрал? Нет, 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 нет! Вставай! Что происходит? Ёбаное управление! Блин, вставай! Это звездец. Да что? Ну в чем ты застрял? Нет, нет, нет. Блин, это капец. Без слов. Реально, без слов. Это надолго. Это сложно, потому что если они тебя вдруг ловят, то все, это хана. Они даже мне не дали до хилки отступить. Что их много. Много вас. Валяй. Нет, нет. Кувыркайся! Похиляться надо! Бежим! Сейчас опять что-нибудь застрянем. Хлебай! Я в этом еще гаде застрял. Так, осторожней, осторожней, осторожней. Наведись ты на другого. Все, вернулся. Да в чем ты там опять застрял? Принц, ты меня задрал уже. Ты дохнешь из-за того, что застреваешь в каждой соринке. Ты, может, умственно отсталый? Я не знаю. Ну, хорош. Вау, 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 вау. Отходим, отходим. Ищем хилку. Блин, звездец. У меня слов нету по поводу того, что происходит. Что это было?
Так, осторожней. Все случилось не так. Я не знаю, как это назвать. Какого хрена в этой игре происходит? Чего это так сложно? То есть из-за того, что он поднимается только вперед. Капец. Меня даже в Dark Souls так не убивают. Ну супер. Ай, застрянь еще в чем-нибудь. Я тебя мало бью. Гниды еще постоянно блоки. Стоп. Вот, давайте без этого. Фу, успел. Блин. Так, камера. Хорош застревать. Вернемся. Я там застрял. Так, осторожней. Отступаем. Хрен на хил. Ладно. Так, поосторожней. Осторожней, блин. Первый раз их оставалось двое. Вау. Спокойней, господа, спокойней. Принц, достань оружие. Повезло. Долго кувыркался. Непрофессиональная работа, принц. Чтоб тебе при... Вау! Спокойней. Все. Слава богу! Это было самое дебильное сражение, в котором я участвовал в этой игре. Что происходит? Типа, мы всех убили или что? Это все локации постепенно показывают. Где была Фара вроде. Готово. Я начну свою стрельбу. 98%. 2% осталось. Я мужественно сражался и убил моих врагов. Честь и слава были моими. Но хотя я сражался, пока сами пустынные пески не стали красными от крови. Я не мог оживить мертвых. Ужас. Нет.
Но... Нет. Бей ему морду. Отдай мне этот кинжал, и я дам тебе силу. Вечная жизнь станет твоей. Жить вечно? А те, кого я любил, будут мертвы по моей вине? Нет. Я выбираю смерть. Надо ж. О. Типа он использовал большое количество песка, чтобы вернуться назад во времени. Да, тут с кинжалом. А, или стоп, я прошел игру? Не бойся. Это принадлежит тебе. Кинжал времени? Но он должен находиться в сокровищнице моего отца. Как? Большинство людей полагают, что время — это как река, которая всегда течет в одном направлении. Но я видел истинное лицо времени, и я могу уверить тебя. Они ошибаются. Время — это штормовой океан. О, она это в самом начале игры говорила. Ты можешь спросить, кто я такой и почему я говорю это? Присядь. Ура! Я прошел эту игру, блин, это финальное сражение, это ужас. Но сначала представлюсь. Я сын Шахрамана, и поэтому-то я и здесь. Чтобы предупредить тебя и твоего отца, чтобы он арестовал этого вероломного визиря до того, как он предаст вас и принесет беды нам всем. Его сигнал — огненная стрела, выпущенная в небо. Остановите его, и армия моего отца поймет, что предательство было раскрыто. Они повернут назад. Его перевести забыли? Бог мой, меня посетило предвидение. Персидский солдат, жаждущий славы, проник в покои дочери Магараджи и был убит мною. Ваше Величество, не прошел. Ради вашей же безопасности я предлагаю вам бежать. Так, окей. Эй! А мою гиперсаблю забрали, что ли? Я разберусь с этим бандитом. Матруди Мабхима Пахи. А? Оу. Позволь мне отдать его моему отцу. Пусть он судит. Миледи, он пришел сюда, чтобы похитить вас. А правильно, что я дерусь с его копией? Он предаст тебя. Так. Все произойдет так, как я предсказал. Как изобретательно. Не забывайте, что он персидский солдат. Ага. То, что я рассказал тебе, не сказка. Пять. Это произошло. Я имею в виду... Может, поймать его на блоке? Это действительно произойдет. Бля, я отпарировать пытаюсь. Сложно. Берем, а проще бить. Реально. Все твои усилия. А водичка есть? Матруди Мабхима Пахи. Ох, как долго. Как долго? Ты не офигела, а? А я где-то песок пропустил. Один. От старого идиота и сопливой девки. Он по-другому дерется теперь.
Ваш отец был великим воином в своей юности. Ну, или, по крайней мере, он заставил мир поверить в это. Какая жалость, что его сын совсем не похож на него. И вот опять. Возможно, отец и сын действительно похожи. И, похоже, им обоим нравится легкая нажива. У тебя сбивается дыхание. Тём, может, его в этот момент надо бить? Да, сбилось дыхание. Ты веришь, что ты можешь победить меня? Блин, нельзя его бить. Слушай, старый. Осторожно. Уйди. Не устань слишком. Бля, где песок я не мог пропустить? Я же всегда на... Через блок спокойно работает. Ну, теперь через раз. Но как-то сражение так себе на самом деле. То есть, когда понимаешь, что через блок он просто легко убивается, то он вообще никакущий. О. И вот теперь, наверное, я прошел игру. Собственная дочь убита сыном его врага. У тебя есть последние слова, которые ты хотел бы, чтобы я передал принцессе перед тем, как я убью ее. Слова любви. Не понял. Что-то было. Или его не надо было убивать? Так это правда? Он действительно был предателем. Возьми это. И верни его в сокровищницу твоего отца. Храни его. Я благодарна тебе. Но зачем ты придумал такую фантастическую историю? Ты думаешь, я ребенок и поверю в такую чушь? Я сказала, что благодарна тебе, но не более. Такую фантастическую историю. Ты думаешь, я ребенок и поверю в такую чушь? Ты права. И это всего лишь сказка. Подожди. Я даже не знаю твоего имени. Никто не знает. Называй меня просто. Какалуки. Здесь не должны быть титры, там я не знаю. Да, во. Ей, игра пройдена. Браво я. В принципе, было прикольно, кроме момента, когда убиваешь 1000 врагов и когда постоянно прыгаешь. Из чего состоит игра как минимум на треть. Как меня это бесило. Ужас. Чё? Если я правильно помню, в следующей второй части мне нужно будет от какой-то гигантской дуры убегать по имени Дахака. Это если я тут настрадался практически никуда не торопясь, то там будет весело. О! Эта песня даже с этими... С
со словами. Слушай, Игорь, а ты вообще... я спрошу, ты его не проходил. Соня Порновост. Что-то восточноевропейское, судя по фамилии. По процентам. Так вот, я как раз сохранился на 98%, то еще 2% оставалось. И вот это, видимо, вот это сражение. Где песок мог пропустить? Меня вообще в играх постоянно беспокоят, когда я что-то пропускаю. Надеюсь, вот в следующих играх... Надеюсь, в следующих играх все-таки... Управление поприятнее сделают, потому что его заносило очень часто, как автомобиль. Из-за этого прицелиться в то место, по которому нужно забежать наверх... Такое из некоторых очень сложно, 100% хуже. Типа, все собрать в игре? Ну да. Но опять же, от игры зависит. Если это какой-нибудь диаблоид, то я считаю, что не стоит забегать всякие пещеры. Потому что все равно ты там не найдешь ничего уникального. А к примеру, в какой-нибудь Dark Souls, то я, каждый угол изучаю. Потому что, не дай бог, я где-то что-то упущу. Так, а чё там? В понедельник, видимо, второго буду «Принц Перси» проходить. На самом деле, я тут такой сидел, вначале я проходил игры, которые бы люди смотрели, но люди их все равно не смотрят. Поэтому сейчас я прохожу игры, которые сам хочу пройти. И я тут такой понял момент, что игр много, которые я хочу пройти. А когда их проходить? То есть есть «Принц Перси», я тут вспомнил, что выходил типа ремейк «Краша» «Бандикута». Его тоже хочу пройти, я в детстве не допрошел на первой сцене PlayStation. Что-то еще было. Бэтмена хочу пройти, Arkham Asylum. Нафига всего? Ладно. Давай, Игорь, спасибо, что пришел. Всем спасибо, что кто смотрели или будет смотреть. С вами был Рак не пушка. До скорых встреч.